Всем здорово, ребят, дорвался до компа, и сегодня у нас будет трэш. Я вам покажу прохождение всех подземок одним героем. Я не буду проходить там мелкие подземки, думаю, бессмысленно. Мы начнем с 5-10, то есть там, где есть демоны, и дойдем до 8-10, и посмотрим, сколько у нас на это времени уйдет. Я докачал уже супер питомца на максималку сегодня, поэтому решил заснять вам видос уже на максималке. Можно было, в принципе, это и раньше сделать. Вот такая вот у нас будет командорка. Снаряга, в принципе, я вот сегодня переролил ее. Карты кончились, наролил так пятерку. То есть такая вот сборка, ну, можно даже меньше уклонения, там свыше 12 тысяч вполне хватает. Самое главное, что с этого всего в основном дает суперпэт. У героя сейчас 15 тысяч уклонения, но это не потолок и больше в принципе не надо. Самое основное это суперпэт, которого я уже вам не один раз показывал и говорил, что суперпэт за ними реально будущее, как IGG сказала, так оно и есть. Питомец дает, как видите, 6200 уклонения, то есть практически половину. Атака плюс 15 тысяч, то есть если посмотреть, 20% у нас получается 4000 атаки от одного бонуса. Можно нарулить 15 атаки, это, блин, просто бешено. У меня есть в планах, я сейчас начинаю прокачку второго суперпета, я его переделаю немножко по-другому. Ну, конечно, вот мутанты это просто небо и земля, ну вот обычные уже скоро тоже буду докачивать. Ну, на это время, на это надо много эссенций. И, к сожалению, и печенек на английском сервере, как вы видите, очень сложно достать. В общем, такая вот у нас сборка. Сейчас ее закину. Давайте даже в общий чат закиданем. Герой. Командор, я вам показывал, рассказывал, в двух сборках, либо атакующая, либо дефная атакующая, больше на подземке. Вот такая вот у нас командора, можно еще больше дать ей атаки. Ну, в принципе, этого хватает. Вот таким вот вариантом я сейчас по фасту постараюсь вам пройти подземки, начиная с 5-10. Ну, там все, которые до 5-10, думаю, и так легко можно пройти. 10-10, 10-10, это максималка. Можно эмблему даже убрать, и без эмблемы герой будет реально тащить. Давайте поехали, посмотрим, что может герой сделать в такой сборке. То есть можно поменьше атакующего варианта, можно добавить дефа, у героя атаки все равно хватит для подземок. Идем, начинаем с 5-10. То есть без магии, без ничего, за счет питомца у нас получается обалденное уклонение. Зональная атака большая. Понятно, здесь 30-й прорыв, максималка. Но без прорыва вы сможете даже на мелких 5-10 зафармили. Дальше у нас идет кошмарка 6. 20-й прорыв, даже меньше прорыв. Этого вполне хватит, чтобы герой дамажил. Самое основное, конечно, немножко нарулить уклонение по возможности. Ну и, конечно, супер питомцы, которых даже донаты очень долго будут качать. Без доната то вообще я не знаю, сколько времени. Вот напишите в комментах, кто с бездоном какого левела прокачал супер пэта. Но самое основное в данном случае это супер питомец, именно его левел. Скилл пофиг, честно скажу. В основном все атрибуты, все статы идут у нас от... Так, мы, по-моему, эту... Все статки у нас идут от левела. То есть, чем выше левел, тем больше стат он будет передавать вашему герою. Ну, а командор это такой герой, который реально дамажит прилично на половину карты. Плюс имеет кучу. Я прокажу не на 3 звезды, я просто... Ну, на 3 звезды мы запаримся, это очень долгое прохождение будет. Вот за счет миссов от хил у нас есть. Можно даже, я пробовал дефный вариант ставить ОЗ-шку, так, 4. А там, по-моему, только что прошли. Или нет? Сейчас еще раз пройдем, пофиг. То есть по времени, как видите, все подземки проходятся. Ну, конечно, такого одного героя прокачать
потратить на него средства, ну, шанс у без доната. В принципе, ребята мне показывали без доната. Без доната есть, которые 30-е понакачивали. И с уклонениями у ребят есть герои, причем созвездие 7-е, 8-е уклонение. То есть это не есть проблема для бездонов, кто упорно играет. И, в принципе, докачали уже давным-давно. Так. Ну, тут любая подземка просто падает на ура. Это 5-е, 6-е, 7-е, это уже не проблема. Единственное, вот хреново, взяли бы они их пронумеровали. Хоть как-то, чтобы видно было номер. И вот дохватает прохождения на одну звезду. Здесь у нас демоны. Здесь тоже хватит на прохождение. За счет дамага у нас полностью выносятся все здания на изи. 49-54. Ну, вот смотрите, демоны даже по сути не попадают толком. Ну, конечно, она их не убьет, но дальше она уже эти не достает. Можно с другими героями. Потратить ресурсы на одного такого героя, я думаю, стоит. Поехали. 7. 7-я тут сейчас у нас просто налегке пройдется. Она несложная. Тут здания кучно стоят. 7-1 вообще. 50%. Хватает одной звезды, если вы там хотите. Потом можно будет добивать. Это один герой, ребят. Один. Это даже не Минотавр, который там дамажит. Это просто обычная Командора. У меня еще в планах есть Дрейка попробовать. Ну, Дрейк, конечно, у него не такой урон, не такой дамаг, но он дамажит по всей карте. Так, что там у нас? 7-3. Тоже муторная подземка для многих. Четвертая тоже над ней когда-то мучились. Блин, как мы тут мучились над ней. Вот 67%, уже 88%. Вот эта подземка проходится, как видите, даже практически на 100%. 7-5. Это кошмарки, ребята. Это не обычные подземки, это кошмарки. Я вот боялся, что отражалки там будут мешать. Пофиг, честно. Я потестировал такую сборку даже на этом. На 8-й кошмарке. Вообще пофиг. 7-6 тоже проблемная кошмарка для многих. Плюс 6200, конечно, уклонение, это мега одного питомца. Но его, конечно, качать надо будет. Я не знаю, сколько без доната его качать. С донатом запарился. Ой, что-то я намутил. Дрейка высадил еще. Что это было? А, это мы где-то на этом сливаемся. Все, понял. Сейчас немножко дальше выкинем. Такая, по идее, она должна просто на отражалке слиться нафиг. Смотрите, проседает. И не отхиливает себя сейчас. Странно. Вот отхилила. 50%, это 7-9. Тоже проблемная, 59%.
Поехали. 7.10 тоже проходится на изи. Итого у нас ушло 10 минут, чтобы дойти до восьмой кошмарки. Ну, максимум, я думаю, полчаса с таким героем, и можно все полностью подземки пройти. Конечно, надо пропуска иметь еще. Но это просто жесть. Восьмая, 8.1. Вот тут будет сейчас трешак. Тут, возможно, придется немножко, хотя, в принципе, как повезет. Может, и не надо будет. 44, 46, 47. Давай. Ай, умерла, видите, отражалки все-таки. Все-таки надо немножко дефа, ну, это, в принципе, это все фигня. Сейчас затащим. Здесь очень много асуриков, и она именно в них бьет и проседает за счет того, что у нас атаки, видите, дофига. За счет этого она и проседает. Я с давным вариантом без проблем проходил, но атакующий, как вот, смотрите, лупанула там, блин, куча отражалки, у нее дамага тут просто немерено. Сейчас попробуем просто сбоку закинуть. Она все равно по ней будет дамажить. Видите, она проседает сразу же фактически на фул, если попадает по асурам. 48%. То есть тут вариант просто поставить, убрать атаки немножко, потому что с атакой это просто пипец. Но все равно, я думаю, сейчас пройдем пару попыток. 44, 48. 48 это потолок, видите, не хватает просто нам. Просто тупо попадает и сливается. Но зато она здание рушит просто космически. Но здесь, именно на этой подземке, они все очень кучно стоят. Она сейчас просто, если один раз долбанет сюда, вот, она сливается. Просто меняем, заходим. Что там у меня есть? Дефный вариант. Меньше атаки делаем. Видите, уже она не так проседает. Сейчас не дамажит, сейчас будет дамажить. Можно, в принципе, вытащить подальше героев. Сорок один. Ну, здесь просто много асура, они все кучно стоят. 48, 49, 50. То есть мы убрали просто атаку. Это тоже, в принципе, довольно-таки просто проходится. Через малышаника попробуем. Ну вот за счет именно отражалок можно и подашку поставить. Варианты разные есть. И подашки будет хватать. Тут, конечно, мы далековато от центра. Сейчас попробуем. Опять асурики, видите. То есть тут подашку лучше ставить. Либо вообще дефный вариант. Сейчас попробуем подашку поставить. Тут и попадает. Тут если кучно так выкидывать. Негросы и всякие эти. Вот 68%. Ну, с подашкой будет летать тоже довольно-таки неплохо. Отражалки нам не страшны. Герои по нас миссуют, атаки у нас хватает с головой. 41%. Там ее просто бешено дамажат махатмы. И просто пофиг. 49. 50. Так, это 73. 74. Ну, то есть, как видите, здесь дамага хватает с подашкой, плюс отражалки нам не страшны, то есть можно на скорость просто пройти подземку на ура. 8.4 пройдено. 8.5.
Самое основное это уклонение. За счет питомца, конечно, уклон свыше 12К поднимаете, и все. По вас просто в подземке миссают. 7-6. Вот, пожалуйста. 7-7. И не надо там мучиться, не надо кучу героев качать. Хотите пройти подземки, лили в одного героя, не паритесь. Потом можно будет добивать, даже на 3 звезды пробовать. Без проблем. Подземка 8-9. Тоже очень быстро проходится. Блин, такой дамаг у героя, конечно, бешеный просто. И вот мы дошли до последней кошмарки 8-10. Она большая, понятно, герой здесь не задамажит. Но герой здесь несет больше половины. Там останется просто Феникса выпустить, либо еще кого-то добить. Ну вот герой 51%. Без проблем. То есть все полностью подземки проходятся одним, ребят, одним героем. Конечно, за условием того, что у вас герой имеет нормальное уклонение, то есть свыше 12К, этого вполне хватит. 65% за 30 секунд герой набивает, и он плюс добьет сейчас центр. На 2 звезды тоже, в принципе, пройдет. Дальше можно там других повыкидывать. Увидите, все решает уклонение. Будет на ваших героях уклонение, они будут без проблем проходить, дамажить. Вот такие вот, ребятушки, дела. Итого у нас на это все ушло 17-15 минут, то есть на подземку, на подземке, чтобы пройти побольше подземок. Ничего, в принципе, сложного. Не знаю, может даже и на 3 звезды она сможет. Я вряд ли Анубиса. Там ворожай, демоны. Ну, в принципе, если она сейчас дальше продвинется, да, она должна попасть и по всем остальным, если повезет. А вот. То есть, таким вот образом подземки проходятся одним героем. Поэтому качайте Минотавра, либо качайте обычного героя, не мегадонатного. Это шанс для без доната вот реально пройти. Да, надо будет дофига ресурсов вложить. Надо будет затратиться, но 30-й прорыв, там многие пишут. Ну, 30-й прорыв уже для многих бездонов, это не проблема. Если у вас есть цель пройти действительно кошмарки, вот вам герой, который вам поможет в этом, хотя бы частично зафармить и задамажить, то есть без проблем. Не знаю, сейчас, может, солдатиками добьем эту таблетку. Вряд ли добьем. Она туда не достает, скорее всего. Ну, в общем, таким вот образом, без проблем, можно пройти. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.